Ребят, всем привет! У нас настал обед. Вот, сейчас мы будем завтракать, так как мы встали достаточно поздно. Но мы еще очень долго лежали в постельке, короче. Сегодня воскресенье, день хороший. Вот, сейчас Катя приготовила гренки. Я попросил ее сделать гренок. Не знаю, мне очень сильно захотелось. Катя будет есть... Ты что будешь есть? Я овсянку. Катя будет есть кашу. Вот, и сейчас будем еще пить чаек. Включай флеша. Да, я сейчас еще включу флеша, мы его все смотрим. Интересно, зараза? Да, нам так все закрутили, мы вчера до скольки? До трех смотрелись? Ну да, у нас... Я уже засыпала. Ну, и дотянула. Дотянула, да? Ладно, сейчас я быстренько все включу. На какой серии мы остановились? Не знаю, смотри на компьютере, я не помню. У тебя такой носик красный. У Кати опять вернулись... Ты что прибежала? Глаз. Говори. Зато глаз вроде как не следится. А сопли остались. Ума, ты что? Ты как она прибежала? Влезла так в кадр. Говорит, снимай меня! Ага. Мы просто тут все утро разговаривали про нового котенка. Смотрите, как уши развернула сразу. И она такая, знаете, такая надулась вся, вон там вот в двери у прохода села, смотрит, уши вот так повернула и слушает. Я говорю, Пумочка, ты что? Она такая, мяу, и убежала. Взгляд на нее какой-то странный. Знаете что, ребят, мы сидим тут смотрим сериал, Ваня скоро уже идти на футбол. И пока Ваня будет на футболе, я смонтирую видео, которое мы вчера отсняли. Вот. И еще одно на бьюти-канал у меня тоже отснятое, но не смонтированное. Нужно его тоже смонтировать. В общем, мне будет чем заняться, пока Ваня будет играть в футбол. После длительного перерыва приедет домой и будет говорить, что у него болят ноги. Не, у меня болеть я не буду. А будут? Они будут болеть у меня завтра. А, ну завтра, да. Завтра будут болеть ноги. Ну, я не так долго и передохну, сколько недель. Ты хочешь подвинуть? Да, я хочу. Тогда нужно достать вытащить. Подушку. Смотрите, какой. О, все, подушку достал, теперь можешь задвигать. А, так. Она просто слазит. Я сегодня пофоткаю диван и выставлю его на продажу. Да. Я уберу здесь все как раз. В общем, пока Ваня будет на футболе, мне есть чем заняться. Фигней страдать не буду, как говорится. Слушай, ты, может, чаек попьем? Или кофе? Не, кофе нельзя. Ну давай тогда чай. Чай тоже. Ну почему нельзя? Ну, можно что-то полезное. Например. Кока-колу. Я знала. Я так и знала, что ты скажешь. Нет. Чаек поставь. Или кофе? Я думаю, чай. Чай, ну давай. Мы позавтракали, но после завтрака уже прошло, наверное, часа. Час. Час. Вот, смотрим этого флеша. Закрутили, замудрили. Знаете, вот сериал Флэш, он классный, интересный. Вот там настолько абсурдные поступки делают эти актеры, просто которые тебе, ну, меня, по крайней мере, они меня выбешивают. Но он настолько нелогично все делает. И там с этой скоростью постоянно, не со стыковки, там, с этими временными. То есть ты... Если на это не обращать внимание, то в принципе нормально. Но я все Кате говорю, говорит, ну как так, ну что за почему? Он говорит, ну как, ну подожди, если то, то это, тогда нет логики, не получается не совпадать. Я говорю, Ваня, это фильм, здесь никто об этой логике не думает, это просто фильм. Еще меня подбешивает в этом сериале, что они постоянно ноют. Вот это начинается у них. Ну, вот, да. Я не спас того. Ой, а я спасла того. Да нет, ты не виноват. Нет, я виноват. И на этом построена каждая серия. Когда первый сезон смотришь, ты еще в таком, знаешь, о, как интересно, бла-бла-бла. Второй сезон уже не такой. Ну, это всегда так в сериалах. Второй сезон, второй, третий. Хотя нет. У «Игры престолов» каждый сериал полон сюрпризов. Каждый сезон полон сюрпризов. Здесь уже настолько все закрутили, я уже не понимаю, чего они хотят добиться. Ну, на самом деле, есть столько всяких непонятных их решений, которые вообще абсурдные. Да, вообще.
Мы с Ваней насчет Флэша можем вам долго тут втирать наши позиции. Ну, 20 видео заснято о этого сериала. Это точно. Ну, несмотря на это, все равно интересно. У меня перестал слезиться глаз, но у меня забился полностью нос. Пипец какой-то. И у нас еще закончился спрей для соплей. Спрей для соплей. Да, и я не могу пробить свой нос. А этот спрей, кстати. Зай, будешь ехать домой? Заедь в аптеку, купи для носа. Мне сейчас носки по всей квартире разбросаны. Вот ты уверен, что это мои? Ну мои, какая разница? Твои носки вечно по квартире разбросаны. Кошмар. То один сухарик, то второй сухарик. Уходишь потом по квартире, собираешь эти сухарики. Спотыкаешься, да? Спотыкаешься на твои сухари. А ты что, сморкаешься? Ничего нельзя, что? У тебя нет соплей. У меня? Да. У меня целая баночка. Кстати, позапрошлом видео вы меня обвинили в том, что фу, Катя, ты что не моешься? У тебя такая жирная голова, у меня волосы были просто мокрые, и все. Они были чистые, я их только помыла. Вот сейчас у меня голова грязная. Нет, самое главное, Катя, когда моет каждый день голову, волосы, голову, пишет, нельзя мыть. Как Катя перестает мыть, один день не помоет, все, Катя, ты куда собралась с грязной головой? Люди, где логика? Нет логики. Он вечно где-то ищет логику. Ну вообще, не со стыковки. Ну да, порой комментаторы наши противоречат сами себе. Ладно, мне еще сегодня тоже нужно помыть волосы. Мы сегодня будем вкусняшки снимать. Я вот 3 недели не мыл голову, нормально. Ай, приколист. Всем привет. Уже поздно. У нас прям... куча времени проходит между включениями. Я уже сходил на футбол, поиграл, а тем временем Катя смонтировала видео. Да, сейчас не знаю, ты его уже закончила или еще нет? Мне заставочку начальную нужно сделать. Вот, и мы решили попить кофейку. Я возвращался с Барселоны 45 минут, хотя обычно я где-то минут за 15 и уже дома. Короче, там такая пробка была, я не знаю, сегодня воскресенье, куда все ехали именно из Барселоны. Ну, видать, куда-то ехали. Очевидно, не? Вот, в общем, и сейчас я, наверное, пойду искупаюсь и будем снимать видео еще один. Чего там снимать будем? Сладкий, да? Да. Вот, сладкие подарки будем снимать. Ну, не подарочки, а закуски. Закуски-то, ну, их няшки. Можно... Няшки, няшки-шняшки сладкие. Их же можно подарить, чего ты? Ну, да. Ой, меня что-то тут наклепал. Наклепан Пума, он все пытается от тебя, обними меня, поцелуй меня, погладь меня. А, все, выключил наклепанное. Пума опять вернулась. Вы ее только сейчас видели здесь, в общем, ее здесь не было, но вы представляете. О, надо быть посудой. Она что-то тут срач, это завтрашний, ну, завтрака. Завтрака, ну кто-то же не убрал. Ну, так вот не будем так. Показывать пальцем. Не будем показывать пальцем. Покажем двумя. Чё ты, по-моему, так скучала, тебя никто не гладил? Да, она это, только вот недавно пришла ко мне в спальню. Всё, Аня. Что это? Гребёшь тут. Ладно, сейчас будем кофе пить. Я прям безумно хочу кофейку. Я тоже хотела, но я думала, ладно, одна потерпишь. Не буду пить. Что я же должен был в 7 часов приехать, а уже без 15:08. За пробки. Понимаешь, да, насколько пробки влияет на жизнь людей и на судьбу. Ой, посмотрите на него. Судьбы, пробки. Судьбы, конечно. Я вам флеш насмотрел. Все. Общем, ой, вода горячая. Не потрать, я купаться сейчас буду. Хотя у нас колонка стоит, которая набирается именно горячая вода. И... она на одного человека, да, рассчитана. И то, если ты хочешь набрать ванну и потом еще смыться, то не получится. Никак. Ты или будешь смываться в холодной воде, или ты должен лежать столько в ванной, чтобы пока нагреется колонка. Ну, короче, очень неудобно. Да, намного удобнее, когда колонка нагревается от газа. Она получается, ну, вода лежит. В прямом эфире, да, греется? Ну, да. Грубо говоря. Ну, родители такая колонка, она мне намного больше нравится.
Тебе нет? Да, но у нас тут газа нет. Голова нет, но газ есть, но у нас не подключен просто. Ну да, проводить нужно его ну, сюда. Ну да, за подключение платить евриков 500. И плати. Тебе все подключат. Ну ладно. Вот. Ну здрасте. До свидания. У нас уже ночь. Я смонтировала видео на Sweet Home. Оно уже готово. Оно уже на канале. Вы можете его уже посмотреть. Также я смонтировала видео на Beauty канал. Оно уже готово. Возможно, вы уже можете его посмотреть, а возможно, еще и нет, я еще не уверена. В общем, я провела сегодняшний день практически весь за компьютером, за монтажом. Воскресенье прекрасный день. Я почти каждое воскресенье сижу, монтирую. Вот. Ваня, мы поужинали бешбармаком. И прям такие конкретные порции, знаете, что прям вот наелся и треснуло все. Но... Прошло несколько часов. Прошло несколько часов, и Ваня голодный. И он сейчас будет кушать, угадайте, что? Да. Хлеб с тунцом. Тунец в томате. Почти с тунцом, тунца нет. А, это кальмары? Ой, осьминог? Господи, как он вот там? Пульпо. Пульпо, как по-русски? Ну, это есть осьминог, да? Да, значит осьминог. А я вот думаю съесть Рафаэлочку. Вкусняшную, вкусняшную. 3 часа ночи. А нет, еще не 3, пол третьего всего лишь. Вы спросите, почему мы так поздно ложимся спать? На самом деле все очень и очень просто. Я пытаюсь поставить камеру эту раз, но у меня несу... О! Почти по... О, все, вроде получилось. Мы ложимся так поздно, потому что... Я не знаю почему. Так получается. Мы то монтируем долго, то сериал смотрим долго, не можем оторваться. То делаем какие-то дела. Ваня вот, допустим, практику делает. И получается, что мы в 3, в 4... Ну, в 4 редко, все-таки в 2, в 3, вот так вот ложимся спать практически каждый день. Вот, и просыпаемся где-то в 9, в 10 утра, но если выходные дни, то в 11. В субботу мы в 11 встали, сегодня я встала около 10. Жить мама, правда, не очень. Не очень? Мне не нравится. Мне тоже не очень понравилось. А вот Рафаэлка, это очень-очень-очень вкусно. Полезно. Он сейчас похож на хомяка. Пумочка, расскажи, как твои дела? Красавишна. Чем пахнет? Рафаэлкой пахнет? И Пума тоже не спит. Мы не спим, и она не спит. Она думает, боже, когда вы уже пойдете спать? Мне уже хочется спать, а вы еще не спите. Да, пасянчик? Хочешь поиграть? Хочешь поиграть? Ты, жердяечка. Жердяечка, мы жердяечка. В общем, я решила закончить влог. А есть хочется, пипец. Есть? Да. Я бы что-нибудь бы сейчас захомячила бы. Опять? Ты только что Рафаэлку съела. Сам тут хлебушек с тунцом. Хлебушек. Ключевое слово хлебушек. Ладно, все, ребята. Один бутербродик. Маленький такой. Ваня будет монтировать влог. У меня аж слюни выделились, жесть. Всем спокойной ночи и всем до завтра. Всем пока-пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.